Приветствую вам, уважаемые трудящиеся нашего коллектива, на 75-летие. Я говорил, что наша задача такова, такую работу выполнять, так приносить все новое и совершенное, чтобы возраст не касался нашего предприятия. Потому что мы должны каждый день, каждый час, каждую минуту давать населению нашего города, предприятиям, самый ценный продукт. И без малейшей скромности сегодня могу доложить вам, что предыдущие 5 лет мы не стояли на месте. Мы закончили большой проект реконструкции очистных сооружений. Мы сделали начало реконструкции фильтровальной станции. Мы закончили большой проект по участку насосных станций. И можем сегодня похвастаться перед нашими коллегами тем результатом, который мы получили. И это все делается для единого, чтобы вода была в нашем городе стабильна круглые сутки.